Привет, бабушка и дедушка. Мы хотим познакомиться с нашей квартирой. Точнее, не с нашей, но где мы сейчас живем. Это наш салон. По-белорусски это гостиная. Это наш салон. Это наш балкон. А вот этот корабль мы сделали с Настей. Это такой корабль-пазл. Туда можно зайти и посмотреть. Это наш любимый балкон. Так, наш балкон. Наш балкон. А так как мы стали настоящими израильтянами, мы купили себе флаг. Угу. Потому что короче, совсем недавно флаг. Здесь был праздник День независимости Израиля. Здесь вот тут каждый, мы кушаем. Каждая семья покупает флаг и вешает себе на дом. В общем, это наш балкон был. Там у нас маленькое место для меня, когда меня жена выгоняет, я здесь сижу и занимаюсь всякой ерундой, как она говорит на компьютере. Письма. Это наша кухня. Не очень убрана, бабушка, дедушка, но... Ну, такая кухня. Это наша кухня. Обычная, простая. Это наш холодильник. Точнее, не наш, но классный холодильник. Ну. Пошли дальше. Я включу. Так, наша ванна. Это наша ванна. Тут мы все купаемся по очереди. Тут еще есть душ. Просто, но удобно. Да? Ой. Так, это наша Аня. Идем дальше. Это спальня наша. Это наша спальня. Тут спит мама, пока маму и папу не выгонят. Шутка, конечно. Я включила там свет. Вот наша спальня. Еще один балкон, которым мы не пользуемся, но у нас как склад. Потому что мы не знаем, что с таким количеством места сделать. Тут наш склад. Ничего особенного. Тут опять Аня наша, везде наша Аня. Идем дальше. В этой комнате живет Настенька. Вот это Настенька. Вот это девочка. Живет в этой комнате. Да, пошли. Вот и наша Настя, комната вот Настя. Видно это кроватки бабушки. Скучает по вам, по всем. Да. Вот то, что я сделала. Садики, сердечко. Вот такая комната. Вот то, что Анечка сделала. Здесь живет маленький котик, которого зовут Анечка. У которого, как ни странно, тоже вообще, это игровая у нас здесь, Настя с Анечкой вместе играется, потому что эта комната больше остальных. Поэтому они здесь вместе играются. С игрушками своими. Вот, Анечка спит вот в этой кроватке. Вот наш Мишка. Вот наша кроватка. Тут Анечка спит. А вот так мы сами залазим в кроватку. 5 минут назад научились. Уже не знаем, как такие ограды придумать этой бандитке, чтобы она не падала. Ты видишь, что бабушка что она делает? Ты видишь? Коля, кабот! Молодец. Вот такие мы спокойные ребенки. Давай. Вот так вот бабушка и дедушка мы укладываемся спать. Поломали мишку. Сломали мишку, все батарейки разлетелись. Бабушка и дедушка, я хочу вам сказать, что на иврите одно слово. Они уэрят от хэм. Это значит написано, что я вас люблю. И что вот это Настя сама написала для вас. Это я написала для вас. Ура! Ура! Мама и бабуля, мы с вами прощаемся и надеемся увидеться с вами уже здесь, на этой земле. Пока-пока.